Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем опять играть в игру Swamp Attack. Так, атака на болоте. Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем играть значит, на замечательную игру. У нас уже уровень получился, уровень какой. Уже мы на второй с вами, на втором эпизоде, уже ночью, я так понял, это все. Итак, мы с вами на втором эпизоде. И давайте возьмем первую миссию. Установи оружие и укрепление до начала уровня. Отлично, давайте установим с вами оружие и укрепление до начала уровня. Так, все у меня уже установлено, вы же знаете. Так, комары, а ну давай комара, уничтожим просто этого. Так, а ну порасходились в стороны. Так, ребята, я сейчас пулеметом буду выкуривать всех отсюда. Смотри, какое нашествие комаров. Прям не отбиться от вас. Так. Нахер вам холодильник. Отлично, отлично, отлично. Так, пулемет. Я вижу пулемет. Отлично. Показывает все свои характеристики. Так, давайте аккумулятор кинем, пускай немножко подохнут. А вон, смотрите, с дуршлаками на голове. Ха-ха-ха-ха. Всех перемочу крокодила. Так что, а ну вон вся с моего болота, быстро. Всех перемочу крокодилов на своем болоте. Отлично, ребята, уровень 2.1 пройден. Отлично. Так, идет загрузка. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим дальше, что у нас идет. Так. Дробовик, двухстволка. Ребята, давайте возьмем вместо огнемета двухстволку. Посмотрим. А, это мы вместо дробовика берем, да, его? Ну да, все, понял. Так, отлично. Значит, мы возьмем еще... Космооружие не хочу. Возьмем кислотомет. Все, кислотомет мы взяли. Теперь давайте продолжим, собственно, нашу игрушку замечательную такую. Так. Что у нас тут дальше идет, дорогие друзья? Ах ты, такой гаденыш. Ах ты ж такой гаденыш. Всех поперестреливаю. Держи, получай. Отлично. Так, я не понял, ребята. Дайте мне кислотомет, я немножко с кислотометом постреливаюсь. Так, нате вам огня, крокодильчики. Так, отлично, отлично, ребята. Так, теперь нужно нам... А что нам нужно? Нам нужно, собственно, перейти кое-куда... чтобы выиграть это все. Так, сейчас нашествие крокодилов мы с вами переломим вот это. И продолжим нашу замечательную игру. Так, все. Ну, вроде всех перемочили с вами. Оп, канистрочка есть. Все, ребята, отлично. Мы прошли с вами и этот уровень. Что ж, давайте продолжим. Такс, поедем, посмотрим, что у нас тут дальше. Так, тараканчики, оно разбежались все стороны, быстренько. Так, вместо двухстволки хочу себе взять. А, УЗИ это не вместо двухстволки, да, это просто так. Давайте возьмем огнемет.
А вместо кислотомета возьмем гранатомет. А вместо суперобойма берем. Так, ну что ж, ребята, поехали. Продолжаем играть третий уровень. Так, второго эпизода. Так, вкусное оружие называется. Эпизод 2, часть 3, вкусное оружие. Оп. Мой игуанодон съел всех, кого нужно. Так, а ну поразбегались все отсюда. Быстро, я сейчас огнеметом ваши дуршлаки позбиваю. Быстро. Угу, ребята, бобры. Бобры идут с дуршлаками на голове. Вот так вот мы их уничтожили. Так, осталась у нас канистра. Бросаем канистру. Так, отличненько. Так, что у нас дальше? Что мы имеем дальше, ребятушки? Так, здесь все есть, здесь все есть, здесь есть. В принципе, все, уровень, ребята, пройден. Так, давай двигаемся дальше. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, а ну в стороны разбегались. Тараканишки. Так. Тараканишки, тараканишки. А ну в стороны, а ну в стороны. Поразбегались все, кому сказал. Быстро. Так. Сейчас посмотрим, что мы с вами можем здесь сделать. Да, в принципе, оружие вместо. Да все меня пока устраивает. Так что давайте, может, наверное, вместо этого возьмем лучше... боеприпасы купим. Все, боеприпасы максимально. Так, ну что ж, давайте теперь зайдем и четвертый уровень выберем. О, на пятом уровне опять НЛО все заберет у меня, ребятушки. Так, эпизод 2, вечернее предчувствие. Ну что ж, готовы? Предчувствие у меня, ребята, отличное. Так что я готов стрелять по вас целый вечер. Идите сюда, я всех вас перестреляю на своем... На моем болоте никого больше не останется. Всех выжгу. Всех выжгу. А ну иди сюда, я всех пожгу. Всех. Всех выжгу до последнего. Никого не оставлю в живых. И автоматом перестрелю всех. Так, вы видели, какие комары забавные? Мы их с вами отлично, ребяточки, расстреливаем. Так. Это что за летающие такие бобры какие-то? Так, вонючку ему бросайте. Получай. Это нашествие таких комаров. На болоте. А вот и жуки два. Два селезня, смотри, каких огромных. Давай, стреляй в них. Все отлично. Мы аккумулятор еще один забрали. Так, супер. Так, продолжаем нашу замечательную игрулю. Так, оружие не хочу менять. Все меня устраивает. Так что продолжаем играть дальше. Тем более у нас следующий уровень НЛО. Так что давайте попробуем. Пускай заберут у нас что-то, пускай только попытаются что-то у нас забрать. Эпизод 2, НЛО. Я не понял. Ребята, у нас все забрало НЛО, так что у нас, кроме дробовика, ничего нету. Тут с дуршлаками бобры нападают на голове. Мы их будем расстреливать с двухстволки, с ружья. И летающую тарелку, и забирать у летающей тарелки оружие наше. Всех перекошу опять, ребятушки. Где-то там опять летит тарелка. Опача, все. Холодильником, бах. Подзаморозим немножко вас. Отличненько, идем дальше. Отлично. Так, ребята, хочу напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это, дорогие друзья. И вы не прогадаете с выбором. Все будет круто. Если вы подпишетесь на мой канал, у вас будет много преимуществ выиграть различные призы.
и поучаствовать в различных конкурсах, розыгрышах и разных, короче, фишках прикольных. О, все. Все растирала тарелка, все, что у меня забрала, все растеряла, а я все, естественно, и поднял. Так что я не прогадал, ребята, с выбором. Так, таракашки, а ну в стороны. Так, мы накупим боеприпасов. Так, и примемся за наш остальной уровень. Так, ну что ж, быстрая миссия. Так. Так, шестой уровень уже у нас, дорогие друзья. Хочу вам сказать. 300 это болото. 300 это болото. Ого, ребята. Посмотрите, сколько крокодилов идет. Их просто валит куча, куча, туча. Просто, просто туча валит. Их просто нереально всех перебить. Посмотрите, сколько крокодилов. Если бы у меня не было бы столько оружия, я их бы просто бы, наверное, бы не смог бы перебить. И они бы просто меня бы съели. Посмотрите, сколько их валит, ребята. А так мы их всех можем перекосить нашими пушками. И забрать, естественно, наше оружие. С дуршлаками на голове они думают, что бойцы сильные. Мы это изменим. Мы собьем всех и всех расстрелим. В действительности же. Вы же знаете, что на самом деле все наоборот. Так, отлично. Так, отлично, отлично, отлично. Супер, 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 пупер. Давай, давай, еще немножко. Давай, 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 давай. Еще немножко, и мы расстрелим его полностью. Сейчас еще подождем немножко вас, дорогие крокодильчики. Горите, горите, горите все. Все сгорят. Отлично. Еще и подарок я забрал. Еще не один. Все, ха-ха-ха-ха-ха. Еще и уточка бабок мне дала. Все супер, все супер, все супер, все супер, дорогие мои друзья. Теперь идем дальше. И, естественно, переходим на следующий уровень. Так, боеприпасы пополняем наши. И нажимаем дальше кнопочку играть. И у нас уже седьмой уровень перед нами. Так, не забудь улучшить укрепление. Не забуду, обязательно это нужно сделать. И не забыть улучшить. Так, запахло рыбой, ребята. Это пиранья, ребята, это пиранья. Нужно от пиранья отбиваться срочно, срочно. Так, вот от пираньи вот нужно отбиваться. Вот как ни говорите, вот от пираньи нужно отбиваться. Так, я хочу выбрать, наверное, огонь. А, тут не только пираньи, тут с дуршлаками бобры наступают. Ребята, бобры, 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 бобры. Там, ведем огонь, ведем борьбу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ведем борьбу нашу. Правый фланг, ведем борьбу. Прием, прием. Комары, нашествие комаров. Напали, напали, напали комары опять. Комары напали. Опять напали комары. Нашествие комаров. Опять напали комары, дорогие друзья. Опять напали комары. Как быть, как быть, как быть. Стреляй, стреляй, стреляй. Расстрели, расстрели, расстрели. Все, так, ребята, патронов у меня осталось 27. Сейчас опять будет нашествие каких-то крокодилов или комаров, или не пойми, что там будет. Опять рыба, ребята, опять рыба. Давайте сожжем ее. Сожжем ее просто, сожжем. Вот она будет выпрыгивать, а мы будем ее жечь. Жечь и жечь. Так, ребята, отлично. Так, пушку мы забрали. Пока вот так. Все супер. Так, ну все, я думаю, мы уровень прошли. Все, да, ребятки, отлично. Этот уровень у нас пройден, и мы, собственно, переходим на следующий уровень. С вами. Так, это уже был седьмой уровень. У нас сейчас восьмой уровень открывается. Так, и на восьмом уровне, так, подзарядись. И на восьмом уровне подзарядились мы. И на восьмом уровне мы с вами посмотрим, что мы, как мы тут с вами будем бороться. Так, ну что ж, дорогие друзья, лунатики. Эпизод второй, часть восьмая. Так, я не понял, что за лунатики тут такие ходят с дуршлаками на голове. Расстрелю всех, ребята, расстрелю. Вы знаете, что лучше не подходить к моему логову. Я же все равно вас всех перебью, дорогие друзья. Я же все равно вас уничтожу. Хорош плыть. Все, ребята, хорош сюда плыть. Скунцы плывут, ребята, на бревнах ко мне. Подбираются ко мне потихонечку. А вот и бобры, ребята, с бензопилой. Куда ты идешь с бензопилой? Иди в лес, деревья. Пили. А ты на мой дом идешь с бензопилой. Как тебе не стыдно, а, бобер? Так, все, стреляем бобров. Этих, отлично, все.
Отлично, 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 дорогие друзья. Отлично, все. Мы этих гадов перебили. Практически всех перебили с вами. Ребята, огромный опять идет бобер. Опять огромный бобер идет. Опять огромный. Вот он, вот он, вот он. Это опять босс этот. Это опять этот босс, что ли? Который был в прошлый раз. Посмотрите, опять он идет. Ребятушки. Как мы его с вами будем перестреливать? Давайте да, расстрелим. Давай, давай, мри, мри, мри. Все, ребята, хух, наконец-то мы его с вами утопили. Хух, уровень 2.8 пройден, ребята. Вы представляете, мы еле с вами прошли. Я не думал, что он опять может... Мы же вроде убивали уже такого с вами, а тут он опять появился. Как так? Просто непонятно. Так, боеприпасы, ребята, все, максимально все, поехали. Так, 9 уровень, дорогие друзья. Так, улучшив оружие, ты получишь возможность зарабатывать больше монет за мультиубийство. Ну, мы посмотрим еще. Так, не спать, ребята, эпизод 2, серия 9, часть 9, не спать. Так, ну что ж, дорогие друзья, готовы к приключениям замечательным, вот таким вот расстрелом разным. Отлично, просто супер. Так, я не понял. Я не взял оружие, ребят. У меня получается теперь есть только УЗИ из автоматов и все. И вот этот автомат и все. И ружье обычное. Так что, если у меня сейчас закончатся, ребята, патроны, то все. Кто от этих злых крокодилов будет нас спасать? Один сосед не спасет нас. Так, а что же нам дальше делать здесь, дорогие друзья? Как же нам быть дальше здесь, а? Подскажите мне, пожалуйста. Подскажите, как нам быть дальше. Посмотрите, сколько их идет. Ребята, а патронов нету ни у кого уже. Теперь мне приходится только с дробовика их и валить. А, ребята, мы можем током их перебить. Ха-ха-ха-ха. Не ожидали. Мы можем и так здесь все. Все, дорогие друзья, мы всех током перебьем. Все, мы сейчас всех током перевалим и все. Все, ребята, мы с вами прошли этот уровень. А это что? Это какой-то такой кислотный дождь, что ли? Хм. А я его и не использовал ни разу. Ну ничего, используем в другом уровне, где он будет доступен. Вот там мы его и используем. Так, боеприпасы пополняем. А вместо УЗИ нам нужно выбрать что-то посерьезней. Хотя бы вот взять кислотомет, потому что мы вообще не сможем играть. Так, ребята, мы на 10 уровне. И НЛУ у нас все заберет сейчас опять, я так понял. И нам нужно будет отбиваться от них. Ну что ж, давай, ребята, эпизод 2. Мы вернулись. Так, пришельцы, ребята, вернулись. И мне нужно отстреливаться одними... Отрыв одними этими, одними дробовиками. Ну вот, есть 30 патронов еще у меня. Вроде бы немножко, ребята. Ого, какое нашествие крокодилов. Я не видел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты что, надо срочно Так, сбивать летающую тарелку. Все, появились опять патроны у меня. Опять сейчас крокодилы могут пойти просто очень сильно. Очень много. Так, кислотный дождь есть. Взяли. Так, кислотный дождь мы взяли, просто дело не в этом, а дело в том, что как его применить. А, понял, все, теперь все загорается, когда я начинаю стрелять. Так, отлично, отлично. Воюем пока так, воюем, все, кислотный дождь есть у нас. Опять пошел кислотный дождь, опять взяли мы все, война пошла, пошла с дуршлаками, крокодилы, перемочим всех, давай, 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 вот этот уровень надо нам обязательно пойти. Все, отлично, ребята, мы с вами справились, отлично, дорогие друзья, мы с вами прошли уровень 2.10 и открыли уровень 2.11.
Это просто супер. Так, дорогие друзья, ну что ж, данный выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал, кто не подписался на мой канал. Обязательно ставим пальцы вверх, комментируем. Я буду отвечать на ваши комментарии, когда буду свободен. И, собственно, буду снимать те игры, которые вы хотите, дорогие друзья. Так что до встречи в следующем выпуске. Это была с вами игра, с вами был Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Это была игра с вами Атака на Болоте. До скорых встреч.